Привет, Русская Америка продолжает свое путешествие по Европе, и сейчас я очутился в городе Зальцбург. Это город, где родился Моцарт, и здесь, конечно, очень много памятных мест, связанных с этим композитором. Вот наверху замок, ну это не Моцарта замок, а просто один из замков Зальцбурга. Город горный, он находится в Альпах, и здесь, конечно, совсем другое ощущение, не то, что Вена. Город намного меньше размером и такой действительно провинциальный горный австрийский городок. Тоже очень много туристов. Сегодня выходной, воскресенье. Ну вот мы буквально только приехали на вокзал. За 1,6 евро, ну за 1,5 евро получается, приехали мы с вокзала на не автобус, на троллейбусе, да. Вот, троллейбусные линии, приехали мы в центр, буквально 3 остановки, и мы в центре, в историческом как раз городе.